я собрала последнее, во что я влюблена, что мне нравится, хотела с вами поделиться, рассказать про разные продукты, но очень клевые. Значит, смотрите, вот такое очищающее масло. Помните, у меня все время проблема найти, ну, молочко, понятно, там разные у меня есть средства, но вот это очень классно. Вот если самый стойкий макияж, который нужно снять, вот это справляется. Очень клево. Лосьон потрясающий, очень здоровский. Вот это новое средство, я не знаю, ли слышали вы про такое или нет, очень прикольное. Это очень классный эффект, на веки наносите, такой охлаждающий, очень мне нравится. Так, это у нас гамаш, да, на распаренное тело, как вы помните, наносите сколько лет? Лет, наверное, 5. Я вам его показываю, рассказываю, что очень люблю. Этот, и вот еще есть тоже очень классная новинка. Вот, лавандовый. Такая убойная доза для увлажнения лица. Просто убойная, офигенная ампула, я их тоже очень сильно люблю. Девчонки, смотрите, еще самый класс в том, что Спадрим не пересчитывала цены, поэтому все поставили.